Mums ir unikāls Dievs. У нас уникальный Бог. Kas neļauj mums stāvēt vienā vietā. Который не позволяет нам оставаться на одном месте. Viņš visu ir radījis. Он всё сотворил. No jauna. По-новому. Vakar diena ir mirusi. Вчерашний день умер. Un viss ir tapis jauns. И всё новое настало. Katra diena, kas ir mūsu dzīvē. Каждый день, который в нашей жизни. Tā top jauna. Заново начинается. Katru rītu, kad mēs atmostamies. Каждое утро, когда мы просыпаемся. Mums ir dota jauna iespēja. Нам даются новые возможности. Kopā ar viņu. Вместе с ним. Iepazīt viņu. Познать его. Un piepildīt savu likteni. И исполнить свою судьбу. Amen. Amen. Slava viņam. Slava ему. Halleluja. Halleluja. Sveiciniet tos, kas ir blakus jums. Приветствуйте тех, кто рядом с вами. Un sēdieties. Paldies, muzikanti. Спасибо, музыканты. Svētruna saucies. Проповедь называется. Mūsu panākumu atslēga. Ключ к нашему успеху. Es atradu. Я нашёл. Es atradu unikālu atslēgu. Я нашёл уникальный ключ. Un gribu padalīties ar jums tanī. И хочу с вами этим поделиться. Saprotat, ļoti vienkārši. Поймите, очень просто. Ir viens vārds. Есть одно слово. Kas palīdzēs mums. Которое поможет нам. Virzīties uz priekšu. Двигаться вперёд. Un gūt panākumus. И достигать успех. Līdz šim mēs šo vārdu nezinājām. До этого мы это слово не знали. Es ilgi meklēju un meklēju. Я долго искал, искал. Раку un раку. Копал, копал. Un teicu, Dievs, ну капец? И говорил, Господь, ну почему? Es stāvu uz vietas. Мы стоим на месте. Man tā liekas. Ну мне так казалось. Kāpēc neattīstos? Ну почему не развиваться? Kur ir noslēpums? Ну где же загадка? Un es atradu. И я нашел. Tas ir brīnišķīgs vārds. Это чудесное слово. Un tas vārds skan tā. И это слово звучит так. Attīstība. Развитие. Ļoti vienkārši. Очень просто. Ja mēs attīstīsimies, если мы будем развиваться, tad mēs gūsim panākumus. Тогда мы достигнем успеха. Ja mēs stāvēsim uz vietas, если мы будем стоять на месте, tad mēs iesim atpakaļ. Тогда мы назад уйдем. Tāpēc, ka dabā nekas nestāv uz vietas. Потому что в природе ничто не остается на месте. Un nepareiz priekšstats. И неправильное представление par Kristu о Христе. Veido nepareizas attiecības ar viņu. Ведёт к неправильным отношениям с ним. Un nepareizas attiecības. А неправильные отношения liek mums vilties. Они разочаровывают нас. Tad, kad mēs esam bērni. Когда мы дети. Tad mums liekas, ka mēs zinām visu. Нам кажется, что мы всё знаем. Mēs zinām, kā Dievs rīkojās. Мы знаем, как Бог поступает. Mēs zinām, kā viņam ir jārīkojās. Мы знаем, как ему надо поступать. Un tad, kad mēs skatāmies apkārt. И когда мы смотрим вокруг. Un liekas, nē, Dievs tā nedara. И говорим, да нет, Бог так не делает. Mēs varam izskaidrot visu. Мы можем всё разъяснить. Bet ja mēs neiedziļināsimies. Но если мы не будем углубляться. Un neizpratīsim viņu tālāk. И не будем познавать его дальше. Mēs svilsimies. Мы разочаруемся. Tāpēc, ka viss ar grēku nožēlu. Потому что всё с покаянием. С покаянием. Не кончается. Не кончается. Ar to viss tikai sākās. С этого только начинается. Un ir četri vecumi. И есть четыре возраста. Mūsu kristietībā. В нашем христианстве. Bērnība. Детство. Pusauģu vecums. Подростковый возраст. Jauniešu vecums. Юношество. Un tēvi. И отцовство. Un ja mēs iesprūdīsim vienā no šiem vecumiem, и если мы остановимся в одном из этих возрастов, tad mūsu panākumi ir apdraudēti. То наш успех, он под угрозой. Под угрозой, да. Bet mums ir cilvēkiem tāda tieksme. Но у нас у людей вот есть такое. Ja mēs esam kādā komforta zonā, когда мы в какой-то зоне комфорта, tad mēs arī gribam tur palikt. Мы и хотим там остаться. Tad, kad mēs nožēlojam grēkus. Когда мы покаялись. Ну, так viss bija super. Ну, все было супер. Ну, es atceros savu bērnību. Я помню свое детство. Ну, es tos vārdus neatceros. Ну, я эти слова не помню. Bet man mamma saka. Но моя мама рассказывала. Viņa šodien ir šeit. Она сегодня здесь, кстати. Saka, tad, kad Viņa teica, tad, kad tu nožēloji grēkus. Она говорила, когда ты покаялся. Tu pie manīm atskrēji ar spīdīgām acīm. Ты ко мне прибежал с сияющими глазами. Un teica, mamu. И сказал, мама. Strādāt vairs nevajadzēs. Работать больше не нужно будет.
Tāpēc, ka Dievs atbild uz katru lūkšanu. Потому что Бог отвечает на каждую молитву. Un viņa vārdā ir rakstīts. А в его слове говорится. Ka viņam pieder viss zelts un sudrabs uz šīs zemes. Что ему принадлежит все серебро и золото на этой земле. Tātad arī mums. Значит, и нам. Ja es būtu palicis tur. Если бы я там оставался. Un šodien skraidītu apkārt. И сегодня бы там же вот так. Un teiktu, Dievs piedod grēkus. И говорил, что Бог прощает грехи. Страдать не вага. И работать не нужно. Ну, es šito laiku nemazam nebūtu izdzīvojis. Но я бы это время даже не пережил. Es būtu nomiris badā. Я бы там бы с голоду умер. Tas būtu apmēram tā, kā man dēls teica, kad viņš bija maziņš. Однажды мне сын сказал, когда маленький был. Viņš saka, tēt. Он сказал, папа. Ja tev piederētu veikals. Если бы тебе принадлежал магазин. Tas būtu ļoti labi. Это было бы очень хорошо. Es saku, kāpēc? Я спросил, почему? Mēs varētu visu pa velti ņemt. Мы бы могли все бесплатно брать. Es viņam centos paskaidrot. Но я ему попытался разъяснить. Ну как по велти? Man tik tās preces vajadzētu pirkt. Ну как бесплатно? Мне же этот товар надо покупать. Viņš saka, nē. Он говорит, нет. Tas būtu mūsu veikals. Но это же наш магазин был. Es varētu iet iekšā un ņemt šokolādes. Я бы заходил и брал шоколад. Un konfektes. И конфеты. Un visu pa velti. И все бесплатно. Ja šodien, и сегодня, ja, kad viņam ir 21, когда ему 21 год, viņš man teiktu tāpat, если бы он сегодня мне это сказал, es domātu, ka viņš ir slims. Я бы подумал, что он заболел. Ka viņš ir aiztērējies kaut kur tālu bērnībā. Но что он остался где-то там в далеком детстве. Un, lai jūs zināt, ka es nemeloju. И чтобы вы знали, что я не лгу. Par bērnību. О детстве. Par pusauģu vecumu. О подростковом возрасте. Par jauniešu vecumu. О юношестве. Par tēviem. Об отцовстве. Atšķirsim 1. Jāņa vēstuli. Откроем первое послание Иоанна. Un šeit Jānis raksta. И здесь Иоанн пишет. Es rakstu jums, bērniņi. Я пишу вам, дети. Jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Потому что прощены вам грехи ради имени его. Un šeit arī mūsu bērnība. И здесь наше детство. Apstājās. Останавливается. Jo tad, kad es nožēloju grēks. Потому что тогда, когда я покаялся, jūra bija līdz ceļiem. Море было по колено. Man bija pilnīgi vienalga, ko cilvēki domā. Мне вообще было все равно, что люди думают. Man bija pilnīgi vienalga, ko viņi pieņem vai nepieņem. Мне было все равно, принимают они что-то или нет. Es skraidīju apkārt un visiem teicu, Dievs ir brīnišķīgs. Я бегал и рассказывал, Бог чудесный. Viņš piedod grēkus. Он прощает грехи. Es biju alkoholiķis. Я был алкоголиком. Un tagad vairs neesmu. И сейчас нет больше. Jūs ziniet, dzīve ir divi vecumi. Вы знаете, в жизни два возраста. Ir bērnība. Детство. Ka tu vari darīt, ko tu gribi. Когда ты можешь делать все, что ты захочешь. Jo tad, kad cilvēki uz tevi paskatīsies. И когда люди на тебя посмотрят. Tu vari purkšķus laist. Ты можешь. Без перевода не переводится это. Пукнуть. Un cilvēki paskatīsies un teiks, ai, viņš jau vēl ir bērns. Ну и люди посмотрят и скажут, ну он еще ребенок. Un pēc tam ir vecums otrā galā. Ну и есть другой возраст. Kad tu izlaid purkšķus. Да, когда ты это делаешь. Пукнул. Tad cilvēki skatās, saka, ai, viņš jau ir vecs. Когда люди, ну, услышали, говорят, да ладно, он уже старый. Es ceru, ka ar Dievu mums tā nebūs. Я надеюсь, что в Боге у нас такого не будет. Tāpēc, ka jūs saka, mūsu vecumdienas atjaunojas. Потому что Бог говорит, что мы в возрасте обновляемся все равно. Mūsu prāts būs skaidrs. И наш разум, он будет чистый, понимающий. Bērnībā tu vari darīt viens lietas. И смотрите, ну вот в детстве все можешь делать. Bet ja tu darīsi skolā. Ну если ты уже в школе это будешь делать. Ну ir даже некоуни стад. Ну есть, конечно, такие вот негодники. Kuri sēž klasē, un tipa es ni pri čom. Которые сидят в классе, сделают это и говорят, ну я ни при чем. Visi apkārt smird, viņi sēž mierīgi. Везде кругом воняет, а он сидит. Гроз сав гал, он так, курш. Поворачивает еще, говорит, так кто же это сделал, кто же это сделал? Ну, знаете, как парс сака, курш позаудает это смекле. И знаете, как говорят, кто потерял, ну, тот находит. Сопротивает, бернида ир бистама. Детство, оно опасное. Kad viņa nav savā laikā. Когда оно не в свое время. Palikt bērnībā. Оставаться в детстве. Tas nozīmē, mums nav attīstības. Это значит, у нас нет развития. Bērni ne par ko neatbild. Дети ни за что не отвечают. Bērniem liekas, ka dzīve ir skaista un rožaina. Детям кажется, что жизнь, она цветущая такая, tāpat, красивая. Tāpat kā es biju, kad biju draudzē.
И даже когда я уже был в церкви un ужалой грекс, и покаялся, bija bērnības vecumā, и был в возрасте детства, man likās, ka visi ir svēti, мне казалось, все святые, ka mācītājs uz tolti pat neiet, что пастор даже в туалет не ходит, viņš tikai kontaktējās ar Dievu, он только с Богом в контакте все ka время, viss ir, nu, superīgi, ka darīt neko nevajag, что все так супер и делать ничего не ka надо, ka Dievs mūs ved uz priekšu, что Бог нас ведет вперед, ka viņš rūpējas un gādā par mums, что он заботится и смотрит за нами, ka nevajag strādāt, что не надо работать. Bet tad pienāk pusauģu vecums, но потом приходит подростковый возраст, kad tu sāc saprast, когда ты начинаешь понимать, kad teic, no rīta kaut kur aiziet, kad teic, no rīta kaut kur aiziet, когда, что папа, когда уходит куда-то утром, tad viņš neaiziet vienkārši tāpat, он не уходит просто куда-то. Viņš aiziet uz darbu. Он уходит работать. А, tātad tomēr ir jāstrādā. А, так значит, все-таки работать надо. А, ну, būtu labi, ja teica, mums būtu priekšnieks. Ну, было бы хорошо, если папа начальник у меня Mans был. Piemērs par manu dēlu vidējo. У меня вот пример со средним сыном. Viņš ir optimists. Он оптимист. Viņš ir priekšnieks jau no bērnības. Он начальник уже с детства. Kad es gāju uz darbu? Когда я шел на работу. Viņš teica, а, ну... Tie ir tavi strādnieki, ja? Он говорил, ну, к работникам своим идёшь. Gandrīz, lai ko uz ielas viņš neredzētu. Он... Lai ko uz ielas neredzētu, чтобы на улице не увидел кого-нибудь. Кого бы он на улице не увидел. Viņš saka, о, tie ir tavi strādnieki. Он говорил, о, это твои работники. О, tu esi priekšnieks. Ты начальник. Ну, es arī būšu priekšnieks, ja? Ну, я тоже буду начальником. Es būšu mantinieks. Я буду наследником. Es pārņemšu tavu biznesu. Я возьму твой бизнес. Viņš saka, tu viss tagad dari ļoti labi. Ты сейчас вот все хорошо делай. Un pēc tam, kad es izaugšu liels, а потом, когда я вырасту, tad es pārņemšu tavu biznesu. Я заберу твой, перейму твой бизнес. Pusauģu vecumā mēs sākam apzināties. И в подростковом возрасте мы начинаем осознавать, ka mums ir tavs, что у нас есть отец, kurš ir debesīs, который на небесах, kurš tomēr mums kaut ko ir sagatavojis, который что-то нам приготовил, ka mums ir mantojums, что у нас есть наследие, un ka mēs esam mantinieki, и что мы наследники, un ka mantojums, и что наследие mūsu rokās, в наших руках, nonāks vienkārši, в наши руки приходит просто, tad, kad tavs nomirs, когда отец умирает, tad es pārņēmu mantojumu. Тогда я вхожу в наследство. Без piepūlēm. Без всяких усилий. Bet dzīvē tā nav. Но в жизни так не бывает. Lai tu ieiet savā mantojumā. Чтобы ты вошел в свое наследие. Tev ir kaut kas jāiemācās. Тебе нужно учиться чему-то. Pusauģu vecumā. Подростковом возрасте. Mēs sākam mācīties. Мы начинаем учиться. Kad jāvirzās uz priekšu. Что нужно двигаться вперед. Bērnībā. В детстве. Dievs man teica. Бог мне сказал. Ka tu būsi Алексей команда. Что ты будешь в команде пастора Алексея? Пинац пусауджу вецумс. Пришел подростковый возраст. И саку толкот. Я начал переводить. Un pusauģu vecumā padzīvojis kādi 2-3 gadiņi. И в подростковом возрасте прошли 2-3 года. Es domāju, ну лук, es esmu Алексея команда. Я думал, ну вот смотрите, я вот в команде Алексея. У меня отец на небесах. Es сежу ar visiem mācītājiem pie viena galda. Я сижу со всеми пасторами за столом. Mēs spriežam un runājam par lielām lietām. Мы рассуждаем о великих вещах. Es esmu gandrīz sasniedzis jau virsotni. Я уже высот достиг. Un tad vienā jaukā dienā. И в один прекрасный день. Не но ша, не но та. Ни с того, ни с сего. Mēs atbraucu stulkot. Я приехал переводить. Алексей uz manim paskatījās. Алексей на меня посмотрел. Un teica. И говорит. Tu не tulkosi. Ты не будешь переводить. Tulkos cits cilvēks. Будет переводить другой человек. Kaut arī pirms tam. Хотя перед этим. Viņš teica, tev darba nekad netrūks. Он мне говорил, никогда тебе работы мало не будет. Tu vienmēr būsi man blakus. Всегда будешь рядом со мной. Tāpēc, ka tāda tulka kā tevis. Потому что такого переводчика, как ты. Nu, neviena cita nav. Nu, никого другого нет. Un man ir ļoti labi ar tevi. И мне хорошо с тобой. Pagāja kāds laiciņš. Прошло какое-то время. Un viņš man saka, tu netulkos. И он мне говорит, не будешь переводить. Думаю, ну, varbūt slikts noskaņojums. Я думал, ну, может, у него настроение плохое. Ну, varbūt pāries. Ну, может, пройдет. Bet jūtu nepāriet. Но чувствую, не проходит. Laiks iet. Время идет. Man neviens vairs nesauc. Меня больше никто не зовет. Pa Latviju draudzēs notiek dzimšanas dienas. По латвийским церквям дни рождения. Agrāk man zvanīja un aicināja. Раньше мне звонили, приглашали. Tagad man neviens nezvan un neaicina. Сейчас никто не звонит и не приглашает. Es sāku domāt, kas notiek. Я начал думать, ну, что происходит? Notiek tas. Происходило то. Ka tev jāaiziet cauri apmācībai. Что тебе нужно пройти через обучение. Tev ir jāsāk mācīties. Тебе нужно начать учиться. Izlasīsim tālāk. Прочитаем дальше. 12. Pantiņu mēs izlasījām. 12. Es rakstu jums, bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его.
14 pantiņā. I 14. Cik. Es jums rakstu pusaudži, jo jūs esat tēvu atzinuši. В русском это 13 еще стих, вторая часть. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Un пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Un 13. Pantiņš otrā daļa latviešu bībelē. И в латышской Библии в 13 стихе вот вторая часть такая будет. Es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Katrā vecuma posmā. В каждом возрасте. Mums ir sava barība. У нас своя пища. Un savas cīņas. И свои битвы. Kāpēc mēs negūstam panākumus? Почему мы не достигаем успеха? Tanī jomā, kuru mēs apzināmies. В той сфере, где мы есть. Es saprotu, ka mēs nevaram gūt panākumus to, ko mēs nesaprotam. Я понимаю, что мы не можем иметь успех в том, что мы не понимаем. Bērns, viņš saprot vienā jomā kaut ko. Ребёнок, он что-то в своей области понимает. Tad, kad viņš kļūst par pusaudzi, viņš jau sāk saprast savādāk. Когда он становится подростком, он уже по-другому понимает. Un tad, kad viņš kļūst par jaunekli, и когда он юношей становится, viņš sāk saprast pavisam savādāk. Он совсем по-другому начинает tad, kad понимать. Mēs nokļūstam jaunekļu vecumā, когда мы входим в юношеский возраст, mēs saprotam, kad Kristus, мы понимаем, что Христос ir bijis pie krusta. Он был на кресте. Ka viņš ir uzvarējis ļauno. Он победил лукавого. Un devis mums to varu. И дал нам эту власть. Mēs sākam pielietot to varu. Мы начинаем использовать эту власть. Ko Kristus mums ir devis. Которую Христос нам дал. Man liekas, tā ir pati grūtākais posms. Мне кажется, это самый тяжелый период. Kuram jāiet cauri. Через который нужно пройти. Jo tas ir vientulības laiks. Потому что это время одиночества. Tas ir atstumtības laiks. Это время atstumtības, atvirženosti. Отверженности, да. Tas ir laiks, kad tevi neviens neatzīst. Это то время, когда никто тебя не признает. Un šī cīņa tev jācīna vienam. И эту битву ты должен бороться один. Kad es gāju cauri laikam. Когда я проходил через времена. Kurā man bija jācīnās. Где мне нужно было сражаться. Jo es biju pieaudzis un apzinājos. Я был подростком, и я понимал, ka Kristus devis man ir spēku un varu. Что Христос дал мне силу и власть. Ka es varu uzvarēt visu, kas stājas man priekšī. То я могу победить все, что становится передо мной. Un atcerētos to, atcerēdamies to, ko man teica Dievs bērnībā. И вспоминая то, что Бог мне в детстве говорил. Ka tu būsi pēdējo laiku finansists. Что ты будешь финансист последнего времени. Ka tu būsi Aleksēja komandā. Что ты будешь в команде Алексея. Ka viņš darīs man par galvu ne par asti. Что Бог делает меня головой, не хвостом. Un tad, kad es redzēju realitāti. И тогда, когда я видел реальность. Es gribēju apstāties. Я хотел остановиться. Ne, kaut kas nesakrīt šeit. И я говорил, что-то не совпадает здесь. Vai te nebūs tik viegli? И это не будет так легко. Vai te nebūs kā bērnībā? Разве это не будет так легко, как в детстве мне было? Ka mums pateica, un mēs virzamies. Что нам сказали, и мы пошли. Ka mums pateica, ka tu esi mantinieks, un tevi iecēla par mantinieku. Когда нам сказали, что ты наследник, и мы вошли в наследство. Mantiniekam ir liela atbildība. У наследника большая ответственность. Un jo lielāks mantojums. И чем больше наследство. Jo lielāka atbildība. Тем выше ответственность. Jo vairāk mūsu dzīvē Dievs mums ir paredzējis. Чем больше Бог предназначил для нашей жизни, jo lielāka cena mums ir jāsamaksā. Тем большую цену нам нужно будет Dievs платить. Neuztic savas dāvanas. Бог не доверяет свои подарки, дары vienkārši bērniem. Просто детям. Tāpēc, ka viņi nezin, kā rīkoties ar Потому to. Что дети не знают, как с этим обращаться. Nevar bērnu paņemt un iecelt par vadītāju. Ну нельзя ребенка взять и сделать руководителем. Viņš nevar vadīt. Водителем. Компанию. Водить руководителем. Он не может руководить компанией. Ари водителем. И водителем тоже нет. Jo bērnībā mums ir koka mašīnītes. Потому что у детей у них машинки деревянные. Ну, tad, kad mēs pieaugam. А когда мы взрослеем. Mums ir metāla mašīnītes. У нас уже они железные. Ну, kā saka, vīriešiem mantiņas nemainās. И как говорят про мужчин, что игрушки не меняются. Tikai paliek dārgākas. Только дороже становятся. Bet tās mantiņas, ar kurām mēs spēlējāmies bērnībā. Но те игрушки, которыми мы в детстве игрались. Tagad mēs ar tām nespēlējāmies. Но мы же сейчас ими не играемся. Jo es būtu, man liktos dīvaini. Мне кажется, было бы странно. Ja es redzētu Igoru. Если бы я видел Игоря. No велосипеда ritens viņam būtu. Priekšējais, no велосипеда ritens. Да, колесо от велосипеда он бы. Un tur būtu piesiets kociņš. И там веточкой он.
Он скрет узнал. И он бы бежал за ним так, и звуки такие издавал, в общем, наслаждался бы. Думал, ну как сноукарты. Я подумал, ну что-то не так. Да, потеряем ускорость этой бездивы. И вы знаете, так же у нас в христианской жизни. Деус не устоит мумс, но опять наслетас. Бог не может доверить нам великие вещи, серьезные. Не изъясним цаури, шим покапаем. Пока мы не пройдем вот эти ступени. Pats bīstamākais Samai opasnai. Ir aizķerties tur. Это застрять там. Cilvēks ir pieradis. Человек привыкает. Когда ieiet komforta zonā. Когда заходит в зону комфорта. Vai gribas tur palikt. Ну, очень хочется там остаться. Saprotiet, tad, kad es sāku lūgt par cilvēkiem. Вот когда я начал молиться за людей. Un sākās izpausmes, ka ļaunie gari iziet. И начались проявления, что злые духи выходят. Ļoti gribējās tur arī palikt. Очень мне хотелось там и остаться. Капец, капец, ну как, ну ты юты то вару. Почему? Ну потому что ты чувствуешь эту власть. Ты юты то спеку. Ты чувствуешь эту силу. Bet tad, kad tu klausies Dievu vārdu. Но тогда, когда ты слушаешь Слово Божье. Un tu saprot, ka Dievs ir radījis visu, ko mēs redzam. И понимаешь, что Бог создал все, что мы видим. Un visu redzamo un neredzamo. Все видимое, невидимое. Tad liekas, vai patiešām uz tā viss beidzās? И ты понимаешь, неужели на этом мы все и заканчиваемся? Vai patiešām uz ļauno garu izdīšanas un grēku nožēlošanas viss beidzās? Но неужели на покаянии и на изгнании бесов все заканчивается? Vai patiešām tas ir viss, ko Dievs mums ir devis? Но неужели это все, что Бог нам дал? Vai patiešām uz materiālās pasaules balstoties tas ir viss? Но неужели вот основываться на материальном мире это и есть все? Un cilvēki negrib. И люди не хотят отстать ротельец, оставлять игрушки, ar kurām pieraduši spēlēties, которым привыкли играть. Bet es jums ieteiktu, но я вам советую отстать un virzīties uz priekšu. Оставляйте и двигайтесь вперед. Dedziet. Горите. Un vēlēties pēc garīgām dāvanām. И желайте даров духовных. Tāpēc, ka tu sasniegsi savu aicinājumu pilnību. Потому что когда ты войдешь в полноту своего призвания, tas tev nesīs pavisam citu gandarījumu. Это принесет тебе совершенно другое удовольствие. Tad tu skatīsies uz vakardienu. Ты будешь смотреть на вчерашний день. Un domās, nu, paldies tev, tās. И будешь думать, спасибо тебе, Отец Небесный, ka es nepaliku tur, что я не остался там. Bet ka varēju virzīties tālāk. Но что я мог двигаться дальше вперед. Bērnība. В детстве. Pusauģu vecums. Подростковом возрасте. Jauniešu vecums. Юношеский возраст. Mums atver Kristu. Нам открывает Христа, kurš kalpoja 3,5 gadi šeit uz zemes, который служил 3,5 года здесь, на земле. Vis, tas mums atver lietas, это открывает нам вещи, kuras Kristus darīja šeit uz zemes, которые Христос делал здесь, на земле. Un, protams, mēs lasam, и, конечно, мы читаем, kur Kristus ir teicis, что Христос говорил, то, ko es daru, то, что я делал, arī jūs darīsiet un vairāk. И вы будете делать, и даже больше. Es dziedināju 10 cilvēkus. Я исцелял 10 людей. Jūs dziedināsiet 20 cilvēkus. Вы будете исцелять 20 человек. Bet ar to viss nebeidzās. Но даже этим все не заканчивается. Tas nav domāts tādā veidā. Так не было задумано. Mums jāiepazīst Kristus. Нам нужно познать Христа, kas ir mūžības sākums, который начало вечности, kas ir visas sākums, который начало всего. Es saprotu, ka cilvēkiem ir ierasts skatīties uz materiālo pasauli. Я понимаю, что людям привычно смотреть на материальный мир. Un caur to labāk iepazīt un redzēt Kristu. И через материальный мир лучше знать Христа. Bet Kristus grib vest mūs tālāk. Но Иисус хочет вести нас дальше. Viņš grib atvērt mums jaunas robežas. Он хочет открывать нам новые границы. Viņš grib atvērt mums jaunus horizontus. Он хочет открывать нам новые горизонты. Un jo augstāk mēs kāpsim par šiem pakāpieniem, и чем выше мы будем подниматься по этим ступеням, jo mazāk mūs paliks, тем меньше нас будет оставаться. Un jo augstāk mēs kāpsim, и чем выше мы поднимемся, mēs tālāk redzēsim, мы дальше видеть будем. Dievs ir sagatavojis mums varenu likteni. Бог предназначил нам великую судьбу. Un lielu nākotni. И большое будущее. Lai mēs ietu un ieņemtu šo zemi. Чтобы мы шли и завоевывали эту землю. Lai mēs viņa valstību. Чтобы мы его царство. Nostiprinātu šeit uz zemes. Утверждали здесь, на земле. Viņa varu un valstību. Его власть и его царство. Ne tikai grēku piedošana. Не только в том, чтобы прощать грехи. Viss ir savās vietās. Все на своих местах. Tas viss ir vajadzīgs. Все нужно. Bet tas ir kā papildu instruments. Но это как дополнительный инструмент. Lai mēs iepazītu mūžības tēvu. Чтобы мы познали вечного отца. Izlasīsim Efeziešu vēstuli. Давайте прочтём Ефесянам. Pirmo nodaļu. Первую главу. No 3. Līdz 9. Pantiņam. С 3. По 9. Стих.
Lai slavēts mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Pēc savas gribas labā nodoma, Viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Viņā mums dota pestīšana. Viņā asinīs grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlstības. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Kurā tas pārpilnībā mūs ir apveltījis ar dziļu gudrību un atziņu. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma. Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению. Kristus pirms pasaules radīšanas. Христос перед созданием мира. Mūs ir izredzējis. Нас избрал. Nevis tad, не тогда, kad karājās pie krusta. Когда он на кресте уже висел. Nevis tad, kad maksāja cenu par mūsu. Не тогда, когда он платил цену за наши жизни. Bet pirms pasaules radīšanas. Но прежде создания мира. Viss tika radīts Viņā. Все им сотворено. Un caur Viņu. И через Него. Un priekš Viņa. И для Него. Viss redzamais. Все видимое. Un neredzamais. И невидимое. Mēs esam tādas mantas mantinieki. Мы такого наследия наследники. Kamēr atrodamies bērnībā. Пока мы находимся в детстве. Mēs nevaram tam noticēt. Мы не можем даже поверить в это. Mēs pat nevaram to ieraudzīt. Мы не можем это увидеть. Tāpēc mēs staigājam, pieķerdamies pie rokas. Поэтому мы ходим, когда нас за руку водят. Saviem vecākiem. Со своими родителями. Un tur, kur vecāki mūs ved. И туда, куда нас родители ведут. Tur mēs arī ejam. Туда мы идем. Un tad, kad tu bērnu aizved uz skolu. И когда ты ребенка в школу отводишь. Tas ir pirmais laiks, kad viņš paliek viens pats. Это первое время, когда он один остается. No sākuma tas baidē. Сначала его это пугает. Bet pēc tam tas viņu iedrošina. Но после это его вдохновляет. Un pēc tam viņš saka, skolā ir labi. И он говорит, что в школе хорошо. Skolā ir draugi. В школе друзья. Es vairs negribu atgriezties bērnībā. Я не хочу в детство больше возвращаться. Es gribu attīstīties un pieaugt. Я хочу развиваться и расти. Jūs zināt, kāpēc ir bīstami palikt bērnībā? Почему опасно оставаться в детстве? Tāpēc, ka bērni sāk ticēt visādām pasakām. Потому что дети, они верят всяким сказкам. Es negribu nevienu noniecināt. Я не хочу никого унижать. Es saprotu, ka mums ir jātīstās. Я понимаю, что нам нужно развиваться. Mums vajag pilnveidoties. Нам нужно обновляться. Bet es neesmu sapratis nekad tos cilvēkus. Но я никогда не мог понять тех людей, kuri skraida no viena sludinātāja. Которые бегают от одного проповедника к другому проповеднику. Он ir zvanījuši un teikuši, tu dzirdi? Мне звонили и говорили, слышал ли ты? Tur atbrauca tāds un tāds. Там, туда приехал такой-то и такой-то. Skrienam uz turieni. Давай, побежали туда. Saku, paga. Я говорил, подожди. Man jātiek galā ar to, ko mācītājs Aleksejs man šeit. Мне хотя бы разобраться с тем, что пастор Алексей тут учит. Es nevaru tikt skaidrībā ar to mācību, ko viņš šeit pasniedz. Я не могу даже вникнуть до конца в то учение, что он здесь говорит. Man dzīves nepietiks, lai es izpētītu to. Мне жизни не хватит, чтобы это вот исследовать. Kā tu vari paspēt aizskriet vēl uz turieni? Как ты можешь еще пытаться куда-то бегать? Vēl pakrāpt no turienes kaut ko. Вот там что-то схватить. Un mēs esam aizskrien pie nākošā sludinātāja. И потом дальше побежать другому проповеднику. Galvenais ir nožēlot grēkus. И потом говорит, главное это покаяние. Un tad uz kraidu visiem saka, jā, galvenais tomēr ir nožēlot grēkus. И вот тебе так сказали, и ты уже бегаешь, да, главное это покаяние. Un tad tu aizskrien atkal pie kāda cita. Потом к другому ты прибежал. Un tu saka, galvenais ir atbrīvoties un atrast saknes. И он говорит, главное это освобождение и найти корни. Atrast saknes, kuras tev traucē attīstīties. Найти вот эти корни, которые мешают тебе развиваться. Un tad tu saki, точно. И тогда ты говоришь, точно. Es esmu ieķēries bērnībā jau 10 gadus. Я уже застрял в этом детстве 10 лет. Man vajag pēc iespējas lielāku lāpstu. Мне надо к... побольше лопаты. Побольше. Lai varētu atrakt šīs saknes. Чтобы откопать эти корни. Un atrokot šo sakni. И вот откапываешь эти корни. Tev liekas, kad jau viss, tu esi atradis to vecmāmiņu. Тебе кажется, все, ты уже эту бабушку свою раскопал. Kuras dēļ tev tā neveicās. Из-за которой тебе так не везло. Bet tu paskaties no tās vecmāmiņas vēl viena saknīte aiziet kaut kur dziļāk. А потом смотришь от этой бабушки еще корешок куда-то глубже уходит. И ты говоришь, фу.
Vēl desmit gadi vajadzīgi. Еще 10 лет нужно. Ну я, да, я весь никогда не тикшу с приекшу. Ну так я точно никогда не двинусь вперед. Bet. Но. Tad, kad tu neskaties, tas, kas notiek apkārt. Когда ты не смотришь по сторонам. Esi izvēlējies savu draudzi. Когда ты выбрал свою церковь. Es nesaku, ka pati pareizākā ir jaunā paudze. Я не говорю о том, что самое правильное это новое поколение. Atrod savu draudzi. Найди свою церковь. Un iesakņojies tur. И укоренись в ней. Un neskraidi apkārt. И не бегай вокруг. Lai tu varētu pieaugt. Для того, чтобы ты прижился. Ну тут когда отрод свою драудзи. И когда ты найдешь свою церковь. Так семья нового паудз. Например, новое поколение. Он Алексей Смотритайс изнак. И пастор Алексей выходит. Он излился первому Эфезиешу Весту. И читает Ефесянам первую главу. Я порези. Эфезиешу Весту первому нодалю. Да. Но трешь апантиня. Первую главу с третьего стиха. Un viņš izlasa, ka Kristus и он прочитал, что Христос mūs ir izredzējis избрал нас pirms pasaules radīšanas прежде создания мира. Tu sāc domāt, kā tas ir? Ты начинаешь думать, ну как это? Pirms pasaules radīšanas прежде создания мира. Tas nozīmē pirms manas vecmāmiņas. Это значит прежде моей бабушки, kura ienesa lāstu manā dzīvē, которая проклятие в мою жизнь принесла. Un pirms viņas vecmāmiņas. И даже прежде ее прапрабабушки. Tad izrādās vispār pirms pasaules radīšanas. То оказывается, что прежде создания мира. Izrādās, ka pasaule vēl nebija radīta. Оказывается, что мир даже сотворен еще не был. Bet ja pasaule vēl nebija radīta. Но если мир не был сотворен. Tātad nebija nekādu lāstu. Значит, и проклятий никаких не было. Tātad es esmu sveitīts jau pirms pasaules radīšanas. Значит, я святой уже прежде создания мира. Tas nozīmē, tad, kad es iepazīstu Kristu. Это значит, что тогда, когда я познакомился с Христом. Un cenšos iepazīt viņa valstību. И стараюсь познавать его царство. Es esmu brīvs no visiem lāstiem. Я свободен от всех проклятий. Amen. Amen. Jaunā paudze. Новое поколение. Ko man teikt? Amen. Что мне сказать? Малочи. Amen. Es varu liecināt par savu dzīvi. Я могу свидетельствовать о своей жизни. Es skatījos apkārt uz cilvēkiem. Я смотрел вокруг на людей. Skatījos uz atbrīvošanas kalpošanām. Смотрел на служение освобождения. Un ievēroju savā dzīvē. И наблюдал в своей жизни. Ka es centos uzmanību nepievērst tam, kas mani bremzē. Что я стараюсь не обращать внимания на то, что меня тормозит. Nedomāju, ka tie ir lāsti. И не думать, что вот эти проклятия. Vai kaut kādi ļaunie gari. Или какие-то злые духи. Es centos iepazīt Kristu. Я стараюсь познавать Христа. Es teicu, Kungs Jēzu. Я говорю, Господь Иисус. Man ir viens arguments. У меня есть один аргумент. Un tikai viens. И только один. Kas ved man uz priekšu. И только одно, что ведет меня вперед. Es teicu, tu mani atradi. Я говорил, ты меня нашел. Tu man piedēji manus grēkus. Ты простил мои грехи. Tu mani atbrīvoji no alkohola. Ты освободил меня от алкоголизма. Un vai patiešām. И на самом деле. Tu mani neatbrīvojies no visa pārējā, kas traucē. Неужели на самом деле ты не освободишь меня от всего, что мне мешает? Pieaugot un attīstoties. И подрастая и развиваясь. Kādā laika posmā? В любом временном промежутке. Dievs atnāca un pats tika ar mani skaidrībā. Бог, он приходил и сам со мной разбирался. Un ar visiem tiem lāstiem, kas bija manī. И со всеми этими проклятиями он разбирался. Kas traucēja man attīstīties. Которые мне мешали развиваться. Kā vakar, kad mēs bijām Daugavpilī. Как вчера, когда мы были в Даугавпилсе. Kad Rita iznāca, kas vada Daugavpils draudzi. Когда вышла руководитель Даугавпилской церкви Рита. Viņa saka, es ticu. И она сказала, я верю. Kad Latvija uzplauks. Что Латвия, она будет расцветать. Es ticu, kad Latvija pacelsies. Я верю, что Латвия, она поднимется. Un ka mūsu draudze attīstīsies. Что наша церковь, она разовьется. Ja ne, vai tad veltīgi mēs atmetām dzeršanu? Она говорит, или мы просто так, что ли, оставили алкоголизм, пьянки, да, просто зря так оставили. Зря мы бросили пить. Да. Не зря. Но это велтиг, кто есть отдаешь свою жизнь Христу. Не велтиг. Разве ты зря отдал жизнь Христу? Нет, не велтиг. Зря, не зря. Ja kaut kas mums dzīvē nenotiek tā, kā mums gribētos. Если что-то даже не происходит в жизни, как нам хочется. Tas ir viena iemesla dēļ. Это по одной простой причине. Mēs negribam attīstīties. Мы не хотим развиваться. Mēs gribam palikt tajā vietā, kur atrodamies. Мы хотим оставаться на этом месте, где мы есть. Tāpēc, ka mūs baida viss jaunais. Потому что нас все пугает новое. Kā jūs domājat? Как вы думаете? Tad, kad Dievs man paprasīja ziedot lielas summas. Когда Бог просил меня жертвовать большие суммы. Vai tas man nebiedēja? Неужели меня это не пугало?
Бедея. Пугала. Ставей капе кроис малс. Я стоял как вот на краю пропасти. Он думает, будет или не будет. И думал, будет или не будет. Страдас или не страдас. Сработает или не сработает. Дербосис или не дербосис. Будет действовать или нет. У меня был только один аргумент. И у меня был только один аргумент. Диос, я тумане изглаби. Бог, если ты меня спас. Я тумане отради. Если ты меня нашел. Я тумане отбривуай. Если ты меня освободил. Эс не тицу. Я не верю, Ту ведис, поста, что ты ведешь меня куда-то вот в тупик. Ticu, я не верю, эйот, ардиев, 20 гадус ун вайрак, что, проходя с Богом 20 лет и больше, ту номерс, ты умрешь. Dievs, novedis, tev pie sasistas silas. Вот Бог просто приведет тебя к какому-то разбитому корыту. To mēs varam izdarīt tikai paši. Это мы можем только сами сделать. Negribot, не хотя attīstīties. Развиваться. Jūs saprotiet, Tās atklāsmes, ko mēs saņemam bērnībā. Поймите, те откровения, которые мы в детстве получили. Un ko mēs saņemam vēlāk. И которые мы получаем после. Ļoti atšķirās. Очень отличаются. Izlasīsim pāris rakstu vietas. Давайте прочитаем. Пару rakstas vietas. Несколько мест священного писания. Tā. Tūlīt mirklīti. Efeziešu vēstule 4:14. Efesianam 4. Глава 14. Стих. Un šitien lasam. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpi, tiek šurpu turpu svaidīdi, padodamies katram mācību vējam. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Bet patiesīgi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva. Проти Христос. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Еврей вестула, 5 nodaļa. И послание к евреям, 5 глава. 13 пантинч. 13 стих. Jo katrs, kas bauda pienu, всякий питаемый молоком, ir taisnības vārda nepratējs. Не сведущ в слове правды. Jo tas ir bērns. Потому что он младенец. Tad, kad mēs esam bērni. Тогда, когда мы дети. Mums liekas, ka mēs zinām visu. Нам кажется, что мы все знаем. Bet izlasot šo rakstu vietu. Но читая это местописание. Izrādās, mēs nezinām neko. Оказывается, что мы ничего не знаем. Bērni, kas barojās ar pienu. Дети, питаемые молоком. Viņi ir nezinoši. Они taisnības не сведущи в слове правды. Bērns, kurš piedzimis ģimenē. Ребенок, который рождается в семье. Viņš nezina, kā ģimene tiek veidota. Он не знает, как образовывается семья. Nezina, kā tiek nesta atbildība par ģimeni. Он не знает, как ответственность за семью несется. Он просто там живет. Un viņam liekas, ka viss notiek pats par sevi. И ему кажется, что все само по себе происходит. Un tāpat, kad mēs esam kristieši kā bērni. И тогда, когда мы христиане, как дети. Mums liekas, ka viss notiek pats par sevi. Нам кажется, что все само собой происходит. Mēs varam izskaidrot visu. Мы все можем объяснить. Mēs varam pastāstīt visu. Мы можем все рассказать. И думаетесь. Представьте. Когда я думаю про свою жизнь. Когда я думала о своей жизни. Ну так это сверху текст. Вы потишем велтиги. И я могу сейчас сказать, неужели зря? Мантика салоус галоскаус. У меня был череп расколот. Вы потишем велтиги. Неужели вот просто так? Манстермин срастаяс эпилепсия. Мое тело, оно в эпилептических припадках было. Вы потишем велтиги. Неужели вот просто так? Mans kājas tika laustas. Моя нога была сломана. Vai patiešām veltīgi? Неужели зря? Bandīti zvanīja un gribēja atbraukt pēc manas ģimenes. Bandīti zvanīja и хотели за моей семьей приехать. Ejot cauri šīm lietām. Проходя через эти вещи. Es tuvojos savam aicinājumam. Я приближался к своему призванию. Es nenogrizos no patiesības ceļa. Я не свернул с пути правды. Pirms visiem tiem notikumiem. Перед этими всеми происшествиями, kad es biju bērns, когда я был ребенок, es varēju teikt, я мог сказать, ar kristieti nekad nekas tāds nevar notis. С христианином никогда такого не произойдет. Bet tad, kad es pieaugu, но тогда, когда я подрос, kad es kļuvu pusaudzis, когда я стал подростком, kad es kļuvu jauniecis, когда я стал юношей, un sāku iet cauri šīm skolām, и начал идти через эти школы, kuras mani lauza, которые меня ломали, kuras mani mācīja, которые меня учили, tikai priekš viena. Только для одного. Лай диманс.
чтобы бриллиант, kas ir Dieva rokās, который в Божьих руках, lai viņš spīdētu, чтобы он сверкал, jo Dievs mums ir devis milzīgu aicinājumu, потому что Бог нам дал великое предназначение. Atkarīgs ir no mums, vai mēs ļausim, зависит от нас, позволим ли мы, pārkausēt sevi, переступить через себя, pārkausēt, переплавить себя, переплавить себя, par tīru zeltu, в чистое золото, kausēšana. Плавление, mani mīļie, tas ir sāpīgs moments. Дорогие мои, это очень болезненный момент. Bet Dievs saka arī, ka tu iesi cauri nāvis ielējām. Но Бог сказал, даже когда ты пойдешь долиной смертной тени, es tur būšu ar tevi. Я там буду с тобой. Tad, kad es lūzu kāju un gulēju slimnīcā, когда я сломал ногу и лежал в больнице, cilvēki no manas draudzes nāca, люди из моей церкви приходили, un teica, tu esi grēkojis, и говорили, ты согрешил. Tāpēc, ka ar taisnu cilvēku tā nenotiek. Потому что с праведником такого не происходит. Es знаю, ka es neesmu grēkojis. А я знал, что я не согрешил. Es teicu, Dievs. Я говорил, Бог. Es nezinu, kāpēc tā notiek. Я не знаю, почему это произошло. Es nezinu, kāpēc man jāiet cauri tam ceļam. Я не знаю, почему мне нужно было по этому пути. Bet es neesmu grēkojis. Но я не согрешил. Kungs, tik, cik es saprotu ar savu prātu. Бог, сколько я понимаю своим разумом. Es saprotu, Dievs nekad nespēlē spēlītes ar mums. Вы знаете, Бог, он с нами в игры Viņš никогда не играет. Mums tādā valodā, kuru mēs nesaprotam. Он не будет говорить с нами на языке, который мы не поймем. Uz mums un runā tā, lai mēs izprastu. Он смотрит на нас и говорит так, как мы понимаем. Un, es teicu, Dievs, es nezinu. И когда я сказал, Бог, я не знаю. Kāpēc tā notiek? Почему это произошло? Šie cilvēki nāk. Эти люди приходят. Un saka, ka es esmu grēkojis. И говорят, что я согрешил. Un tāpēc notiek tādas un tādas lietas. И поэтому произошли эти вещи. Un viņi piesauc rakstu vietas. И они даже место писания указывают. Kurā ir teiks, ka tavs kauls, где написано, что твоя кость, netiks sadragāts. Не будет сокрушена. Un tad, kad viņš man pateica šo rakstu vietu, и когда они мне показали это место писания, es sapratu, es neesmu grēkojis. Я понял, я не согрешил. Jo mans kauls nav sadragāts. Потому что моя кость не раскрушена. Не раздроблена. Не раздроблена, да. Vienkārši salauzta. Просто сломана. Kāpēc? Почему? Tāpēc, lai Dievs pierādītu savu varenību. Чтобы Бог свое могущество показал. Un jūs ziniet, tanī momentā, и знаете, в тот момент, kad es dzīvoju ar salauztu kāju, когда я жил со сломанной ногой, es nopelnīju vairāk nekā uz abām kājām. Я заработал больше, чем когда две ноги у меня здоровые были. Bet tas nenozīmē, но это не значит, ka es gribu atgriezties pie что я хочу kājām. Вернуться к своим сломанным ногам. Tas bija tas laiks, это то время просто kad было. Man bija pilns spēks. Когда у меня было много сил, un es varēju iet cauri tam. И я мог через это пройти. Es saprotu, ka katrā laikā, я знаю, что каждое время, mums ir savi piedzīvojumi, у нас свои переживания. Un tikai piedzīvojumos, es saprotu, ja krieviski nevarētu pateikt, bet latviski, nu, tad kas man ir pa tautību? Māte. Только переживая. Tā, tūlīt rakstu vietu izlasīsim. Сейчас прочитаем место писания. Tas ir Ebreju vēstule, tāpat 5. Nodaļa, 14. Pantiņš. Евреям, та же 5. Глава, 14. Стих. Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība tiem, kam ir piedzīvojumi. Твёрдая же пища свойственна совершенным. Un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu. У которых чувства навыком, то есть опытом приучены к различению добра и зла. Atversim 1. Korintiešu vēstuli. Давайте откроем первое послание Коринфянам. 1. Korintiešu vēstule. 1. Korintiešiem. 2:14. 2. Глава, 14. Стих. Jūs atvērāt jau? Открыли уже? Jūs nevar atrast. Nē, es laikam ielicis atzīmīt. Tā, atradu. Mierīgi. Нашёл. Tā, 1. Korintiešiem 2:14. 1. Korintiešiem 2:14. Miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Jo tas viņam ir dēķība. Потому что он почитает это безумием. Viņš to nevar saprast. И не может разуметь. Jo tā ir garīgi apspriežama. Потому что об этом надо судить духовно. Un 3. Nodaļa, 1. Līdz 3. Pantiņš. И 1. Коринфянам 3. Глава теперь. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristus lietā. С 1. Стиха, 3. Глава, с 1. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Es jums devu pienu un nesmagu barību.
Я питал вас молоком, а не твердой пищей. То jūs nevarējāt panest. Ибо вы были еще не в силах. Arī tagad nevarat panest. Да и теперь не в силах. Jo jūs vēl esat miesīgi. Потому что вы еще плотские. Kamēr jūsu starpā naids un tildes. Ибо если между вами зависть и споры. Vai tad neesat miesīgi? Не плотские ли вы? Un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Kamēr mantinieks. Пока наследник. Ir bērns. Ребенок. Viņš ne ar ko. Он ни с чем. Не отличается от варги. Он ничем не отличается от раба. Kad mantinieks pieaug. Когда наследник взрослеет. Tad sākās atšķirības. Тогда видна разница. Mēs šeit redzam, Мы ko Pāvils видим, saka. Что Павел говорит. Kristiešiem, kuri vēl ir bērni. Христианам, которые еще дети. Jūs ne ar ko ne atšķiraties. Он говорит, вы ничем не отличаетесь. No pasaules. От мира. Cik daudz cilvēku? Как много людей? Kad viņi ir nokļuvuši situācijās? Которые попадают в ситуации? Kur divi kristieši skaidrojās? Где двое христиан разбираются? Viņi saka, pasargi Dievs. Они говорят, упаси Боже. Pasaulē ir mierīgāk nekā jūs. В мире и то спокойнее, не так, как вы между собой разбираетесь. Tāpēc virzīsimies uz priekšu. Поэтому давайте вперед двигаться. Attīstīsimies un pieaugsim. Будем расти и развиваться. Lai Kristus pilnība varētu atvērties mūsos. Чтобы полнота Христова открывалась в нас. Lai sasniedzot apziņu. Чтобы достигать осознания. Par mūsu debesu tēvu. О нашем небесном отце. Mēs varētu ieiet savā aicinājumā. Чтобы мы могли входить в свое признание. Saprotiet, ir kaut kas vairāk. Знаете, ведь есть что-то больше. Par to, kas ir šeit uz zemes. Больше того, что здесь, на этой земле. Es saprotu, ka visiem mums gribas. Я понимаю, что всем нам хочется. Redzēt, kā Dievs darbojas. Видеть, как Бог действует. Kā Dievs dziedina. Как Бог исцеляет. Kā Dievs atbrīvo. Как Бог освобождает. Kā Dievs sveitī materiāli. Как Бог благословляет материально. Viss tas būs. Это все и будет. Tas viss pavada. Это все ведет. Mūs attīstības periodā. Это все развивает нас ja в разных периодах. Ja mēs neiestrēksim. Ja mēs neiestrēksim kādā posmā. Если мы не застрянем, в каком-то, в какой-то сфере, в каком-то. Un paliksim tur. И не останемся там. Pirmie trīs līmeņi, kā jau es teicu. Первые три уровня, как я уже говорил. Tie mums atklāja Kristus autobiografiju šeit uz zemes. Они открывают нам автобиографию Христа, который здесь на земле. Kad mēs tuvojamies ceturtajam. Когда мы приближаемся к четвёртому ступени. Par to mēs neizlasījām. Мы ещё это не прочли. Pirmā Jāņa vēstulē atgriežamies. Возвращаемся в первое послание Иоанна во вторую главу. Otrajā nodaļā. Un lasam. Es rakstu jums tēvi. 13. Stih. Pišu vam atci. Jo jūs esat atzinuši to, kas ir no sākuma. Потому что вы познали сущего от начала. Jūs tēvu atzinuši, tā es jums vēl kaut kur biju rakstīts. 14. pantiņā. I v 14. stihā. Es esmu jums rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no sākuma. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Ar tēviem. Безначального. Да. Kriviski brīnišķīgi ir pateikts. По-русски прекрасно сказано. Pirms viss ir bijis. Прежде чем что-либо было. Mūsu prāts to nevar aptvert. У нас разум не может это осознать. Cilvēka prāts ir pielāgojies laikam. Потому что человеческий разум, он к временам, ну, как цепляется, приспосабливается. Kristus ir ārpus laika. Когда мы говорим, что Христос, он вне времени. Tad mums liekas, vai nu vakar, vai nu rītā. Ну, нам кажется, ну, это либо вчера, либо завтра. Jo tāpēc, kad laiks šodien ir ārpus laika šodienas, tad tas nozīmē vakar vai rītā. Потому что если это время не сегодня, значит, это либо вчера, либо завтра. Mēs dzirdam, ka Kristus ir bijis pirms, bija viss. Когда мы слышим, что Христос, он был прежде всего, tad mūsu prāts uzdod jautājumu. Тогда наш разум вопрос задает. А kas bija pirms? А что было? Bija viss. Перед тем, как было вот все Tāpēc, начало mūsu prāts быть. Nevar aptvert un apzināties Но to. Наш разум, он не способен это вот осознать. Ka varētu būt kaut kas bez sākuma. Что может быть что-то без начала. Tāpēc mums ir dots Svētais Gars. Вот для этого нам Дух Святой дан. Kuru mēs lūdzot. Которому молясь, Копа лудзот, совместно молясь, просим Святый Гарс, мы просим и говорим Дух Святой, отвермуши из дзилес, открывай нам эти глубины, отвер мумс, пасаулес радишенас нослепумус, открывай нам тайны создания сотворения мира, тавим тек отверти нослепуми, отцам открываются тайны, пардимен, о семье, сюда мы все бернц клюту портаву,
Я вот думал, если ребенок становится отцом, стал бы отцом, он бы не мог заботиться о семье. Он бы не знал, как. Он ведь не прошел школу. Он не прошел обучение. Он не знает, как. Но человек, который проходит от периода в период, с детского сада в школу, со школы в университет, получает образование, получил профессию, получил работу, если такой человек женится, он знает, как заботиться о семье. Потому что он через эти школы прошел. Отец Небесный, он не открывает тайны Царства Небесного детям. Потому что дети, они ползают по земле. И все, что они видят, это все, что на полу. И все, они в рот сразу тянут. И Бог думает, ну как я тайны им открою? Он даже голову особо не поднимает наверх. Но когда мы проходим эти школы, как вот я смотрю на свою жизнь, и знаете, то, что Бог вначале тебе сказал, он никогда не подведет. Когда дети растут, и мы говорим своим детям, что у них великая судьба, мы пророчествуем в их жизни, мы говорим, что они красивые, мы говорим, что они могут достигнуть успеха в любой сфере. Дети, взрослее, начинают учиться, как достигать этот успех. И также и Бог, вот ты покаялся. Я не знаю, как у вас, но в моей жизни так было. Что Бог пророчествовал мою жизнь. И говорил, что я буду в команде пастора Алексея. Что я буду финансист последнего времени. Что я буду головой, а не хвостом. И то, что слышал я в детстве. И то, что я проходил на полпути, вот, мне казалось, что ну, никогда это не исполнится, то, что Бог говорил. Я вспоминаю, как однажды жена моя плакала, ну не крокодиловыми слезами, и говорила, все, мы все пропустили. Видишь, вот тот, кто на сцене говорит, он уже говорит, что он самый большой финансист церкви. И потом, когда я слышал, сколько он заработал, пожертвовал, я говорил жене, успокойся. Мы ничего не пропустили, ничего не потеряли. Это просто периоды жизни. Когда кажется, что все, за что ты, все, что ты верил, держался, что ты все потерял. Dievs nekad. Но Бог никогда не отстаст тебе. Не оставит тебя. Он не ведет тебе твоего айцнаема. И введет тебя в свое призвание. Laiks, когда придет время. Таус лайкс. Твое время. И это пилнеба. Войти в твою полноту. Dievs to izdarīs brīnišķīgi. Бог это сделает чудесным образом. Jūs zināt, tad, kad es izēju cauri šīm skolām, вы знаете, когда я проходил через эти школы, cauri nodevībām, через предательство, cauri apmelojumiem, через то, что меня оболгали. Es dzīvoju jau Ikšķilē, pat netālu. Я жил в Икшкеле, это не так далеко. Un es zinu, kad ogres draudze teica, ka ar manim kontaktēties nedrīkst. И я узнал, что в церкви огры говорят, что со мной не надо вообще тапец, контактировать, потому что я вообще от дьявола. Я вообще не понял, с чего это. Я даже дьявола не видел никогда. Вот. Es gadu jau braukāju uz Rīgas draudzi. Я годами уже в церковь, год ездил уже в церковь Риги. Un sēdēju tur aizmugurē uz trepītēm. И сидел вот там на ступенечках далеко. Un nevienam neko nepieskāros. И никому не прикасался. Un ne ar vienu ne par ko nerunāju. Ni с кем ни о чем не говорил. To, ka vietējie ikšķilnieki nezin, kāpēc vilkās pie manīm. Вот поэтому местные, которые в Икшкеле живут. Да, viņi nāca pie manīm un runājās. Nu, они приходили ко мне и говорили, ну, мы с никотур не варяй дарить. Ну ничего, мы поделать не можем. Он запротает, эс не рвался с прежь. И я, знаете, я не рвался вперед. Эс седею. Я сидел. Он гайдею. И ждал.
Jo es tad jau zināju. Потому что я уже тогда знал. Ka Dievs ir uzticīgs. Что Бог он верный. Un tad kad Dievs ieved. И когда Бог вводит, ведёт. Tavā aicinājumā. Тебя в твоё призвание в полноте. Tad tas ir ļoti skaisti. То это очень красиво. Kā es no turienes nokļuvu šeien? Как я оттуда сюда попал? Dievs svētī mani. Бог благословил меня. Ka es nopelnīju lielu naudas summu. Что я заработал большую сумму денег. Un es paņēmu 10 tūkstoši latus. И я взял 10 тысяч латов. Un sapratu, ka tādu naudu spainī nemetīsi. И вы же понимаете, что такую сумму в ведро не бросают. Ну, lai nesākās tur runas visādīgas. Ну, чтоб всякие там... Kurš? Не пошли в разговоры, кто, когда, чего. Es sapratu, ka ir pienācis laiks. Я понял, что настало время. Es aizgāju pie mācītāja. Я подошел к пастору. Nolik to viņa priekšā. Положил это перед ним. Un teicu mācītāji. И сказал пастор. Es nekur neesmu pazudis. Я нигде не пропал. Nekur nebiju pazudis. Нигде даже не был пропащим. Ziniet, vienmēr rodās tādi cilvēki ceļā. Потому что вот оказываются такие люди на пути. Kuri tevi šķiet tad arī kaitinās. Потому что которые тебя подозревают. Tāpēc, ka tie mācītāji, kur es braukāju pa draudzēm, tulkoju Aleksēju. Те пастора, где я ездил с пастором, переводил его. Viņi pēc kāda laika, kad man šeit Rīgā ieraudzīja. Они через какое-то время, когда увидели меня здесь в Риге. Kad es tur vēl sēdēju. Когда я ещё там сидел. Viņi saka, nu, ar atgriešanos. Ну, с возвращением, они мне говорили. Es viņiem saku, es nekur nebiju pazudis. А я им говорил, да я вообще не пропадал. Ar kādu atgriešanos? С каким возвращением? Ну, lūk, es aizgāju pie mācītāja. Ну, вот я подошел к пастору. Un teicu, mācītāji. И сказал пастор. Es nekur nebiju pazudis. Я никуда не пропадал. Es esmu šeit. Я здесь. Un to, ko es esmu iesācis 20 gadi atpakaļ. И то, что я начал 20 лет назад. Un to, ko vēlās mana sirds. И то, что жаждет мое сердце. Es to daru. Я это делаю. Он считает, вау, kur tu esi? И он говорит, вау, где ты есть вообще? Es saku, ну ка, ну ты па, друг, а капец ты мне нетолко? Ну я же вот, он мне говорит, где ты вообще был? Я сказал, я вот тут нахожусь. Он говорит, а что ты мне не переводишь? Es jau viņam neteicu, ну ка, tu man подстейс, lai saizai. Но я уже не стал ему говорить, что вообще-то ты меня сам заменил. Jo es saprotu, kad ne jau viņš ir vainīgs. И я понял, что не он даже виноват. Не jau viņam tas bija vajadzīgs. Даже не ему это было Bet нужно. Man tas bija vajadzīgs. Но мне это было нужно. Lai es no kaut kāda vecuma pārietu nākošajā. Чтобы я из какого-то возраста в следующий перешел. Saproti, ja tavā dzīvē kaut kas notiek. Пойми, когда в твоей жизни что-то происходит. Tas notiek tikai priekš tevis. Это происходит только для тебя. Un ja tas atkārtojās. И если это повторяется. Un tad uzdod jautājumu, kāpēc? Тогда задай вопрос, ну почему это повторяется. Un nevaino nevienu apkārt. Не обвиняй никого вокруг. Cilvēki nav vainīgi. Люди не виноваты. Обстоятельства не виноваты. Обстоятельства не виноваты. Viss ir domāts tev. Все для тебя задумано. Lai tevi pilnveidotu. Чтобы тебя улучшить. Lai no tevis uztaisītu pērli, чтобы dimantu. Чтобы из тебя сделать жемчужину, бриллиант. Kas spīdēs pēc tam. Чтобы ты блестел, блистал Un после apgaismos этого. Visus. Чтобы ты освещал все вокруг. Es viņam to neteicu. Я пастору этого не сказал. Es teicu, ну ка, ну es te sēdēju, ну gadu braukāju, kur tu dzīvo? Я говорил, ну просто вот так год сидел. Он говорит, а где ты живешь вообще? Секунду, ты под Натал, 30 километров, ну дроудс. Ну я недалеко, 30 километров от церкви. Un no tās dienas, и с того дня, no 2007 года, 2007 года, neteikšu, kura diena tā bija, jo neatceros. Не помню, какой это день был. No tās dienas es vairs nesēdēju tur uz trepītēm. И с того дня я уже не сидел вот там наверху. Bet sēdēju šeit priekšā. Но сидел уже здесь. Un pateicos Dievam. Впереди и благодарение Богу. Par katru dienu, за каждый день, kur es esmu nodzīvojis, который я прожил, par katru lausto kauliņu, за каждую сломанную косточку. Ceru, ka viņi man nesāpēs vēlāk. Я буду верить, что она больше не будет у меня болеть никогда. Par katru gadījumu, kas ir bijis manā dzīvē, за каждый случай, который со мной произошел в жизни, jo tas ir tikai rūdījis mani. Потому что это только меня укрепило. Vedis uz priekšu. И ведет меня только вперед. Mums ir jātiek pāri šiem posmiem. Нам нужно преодолевать эти рубежи. Mums vajag iziet cauri bērnībai. Нам нужно пройти через детство. Mums vajag aizmirst vakardienu. Нам нужно забыть вчерашний день. Mums vajag iziet cauri pusauģu vecumu. Нам нужно пройти через подростковый возраст. Ka tikai Tavs un viņa žēlstība. Что только Бог и его милость. Es nenosodu cilvēkus. Я не сужу людей. Kuri
20 gadus pāri atrodas draudzē. Который уже 20 лет находится в церкви. Un runā vienu un to pašu. И говорят только об одном и том же. Tikai viņa žēlstība. Только его милость. Tikai pēc viņa žēlstības. Только по его милости. Tikai tā, kā viņš gribēs. Только так, как он захочет. Mēs jau neko nevaram gribēt. Мы ничего даже хотеть не можем. Jo tāpat notiks tā, kā viņš grib. Потому что все равно произойдет, как Бог хочет. Pēc viņa žēlstības. По его милости. Mums ir piedoti grēki. Нам прощены грехи. Pēc viņa žēlstības. По его милости. Mēs esam pieņemti viņa ģimenē. Мы приняты в его семью. Un tālāk viņš uzdod jautājumu. А дальше он задает вопрос. Ko tu gribi? Что ты хочешь? Ko tu gribi, что lai es izdarītu? Ты хочешь, чтобы я сделал? Tavā dzīvē. В твоей жизни. Es tev atveru un parādu tavu likteni. Я тебе открываю, показываю твою судьбу. Vai tu gribi to piepildīt? Хочешь ли ты войти это исполнить? Bet tu saki, nē, Dievs, tikai pēc tavas žēlstības. А ты говоришь, да нет, Господь, только по твоей милости. Ko es daudz varu gribēt? Что я вообще могу хотеть? Viss tāpat notiks. Tā kā tu gribi. Все и так произойдет, как ты Tāpēc хочешь. Es labāk neko negribēšu. Поэтому лучше вообще ничего не буду хотеть. Un dzīvošu tik tavā žēlstībā. И буду жить в твоей милости. Nodzīvot visu dzīvi tā. И проживая всю твою жизнь, так? Atvainojiet, es tā negribu. Извините, я так Jūs не хочу. Saprotiet mani pareizi, es nevienu nenosodu, nevienam nepārmetu. Поймите меня правильно, я никого не осуждаю. Mēs dzīvojam katrs savu dzīvi. Мы каждый свою жизнь живем. Bet tikai gribu jums teikt. Но я хочу вам сказать. Kad visvairāk. Что больше всего. Par jūsu dzīvi. О вашей жизни. Uztraucās tikai jūsu Dievs. Заботится ваш Бог. Un jūs pats. И вы сами. Visi pārējie. Все остальные. Viņiem ir vienalga. Им все равно вообще. Viņi var tālot, ka viņi jūt tev līdzi. Они могут показывать, что они тебе сочувствуют. Viņi var tālot, ka viņi rūpējās par tevi. Они могут показывать, что они тебе, о тебе заботятся. Tik līdz kaut kas nebūs tā, kā vajag. Но только лишь случится так, как не должно. Viņi pagriezīs tev muguru. Они повернутся к тебе спиной. Jūs iedomājaties, kā tie klausti stereotipi. Вы знаете, вот те сломанные стереотипы. Когда улыбаешься к мацитайс, это сыр. Вау. Ломаются стереотипы. Тебе кажется, что пастор, он такой вау. Квинчер свят. Что он святой. Квинчер тайсон сам парейс. Что он праведен. Es nerunāju par mūsu mācītājiem. Я про нашего не говорю, пастор. Es par citiem. Bet visi mēs esam cilvēki. Но мы все люди. Un iedomājieties, tad, kad man bija salauzta kāja. И знаете, когда у меня была сломана нога. Es nebiju šī Rīgas draudzē. Я не был здесь, в Рижской церкви. Es biju citā draudzē. Я был в другой. Citā pilsētā, в другом городе. Braukāju uz draudzi. Приезжал в церковь. Ar to salauzto kāju. С этой сломанной ногой. Un pagāja mēnesis. Прошел месяц. Un tad, kad es nodevu desmito tiesu. И тогда, когда я отдал десятину. Nu, tad mācītājs izskrēja man pakaļ. Тогда пастор ко мне выбежал. Ārā, kad jau es iesēdos mašīnā. Он выбежал на улицу уже, когда я в машину садился. Tās draudzes mācītājs. Той церкви пастор, не рижской. Он пинает склад, он сака. Он подошел ко мне и говорит. Клоусес, это варбут, майзе вайг нопер. Он мне говорит, может тебе хлебушка купить? Избит такая рамур старпаусим добуис. Без перевода, наверное. Да, он в общем очень себя странно почувствовал. Скоты его супли. Издавай, курту бей мэнис отпакань. И я подумал про этого пастора, а где ты вообще месяц уже назад Kur был? Mēnes, atpakaļ, где ты был месяц назад, где, может быть, мне действительно нужно было? Tagad, kad tu ieraudzīji man desmito tiesu, а сейчас, когда ты увидел, какова моя десятина, un saprat, ka mani ienākumi nav kritušies, и понял, что мои доходы, они не упали, tu man skrien pakaļ un ты prasi, ко мне подошел, побежал, тебе, может, хлебушка надо? Es saku, nē, paldies, mācītāji. Я сказал, нет, спасибо, пастор. Es desvēdu vienu pašu bez maizes. Я колбасу без хлеба ем. Pirmā korintiešu vēstule. Первое послание Коринфянам. Otrā nodaļa. Вторая глава. Mēs tuvojamies nobeigumam. Мы приближаемся к завершению. Varētu nākt muzikanti jau. Могут уже музыканты проходить. Pirmā korintiešu vēstule, otrā nodaļa, 9. pantiņš. 1. Korintiešiem, 2. glava, 9. stih. Uz ko mums ir jātiecās? Uz ko mums ir jātiecās? На что нам нужно полагаться? Lai kas arī mūsu dzīvē nenotiks. Что бы ни происходило в нашей жизни. Lai kādā vecuma posmā mēs arī nebūtu. В каком бы периоде возраста мы не находились. Ja mūsu lūkšana vienmēr būs šāda. Если наша молитва всегда будет вот такая. Kā ir rakstīts. Как написано. Ko acs nav redzējusi. Не видел того глаз. Un auss nav dzirdējusi. Не слышало ухо.
Un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. И не приходило то на сердце человеку. То Dievs ir sagatavojis tiem. Это Бог приготовил. Kas viņu mīl. Tiem, кто любит его. Viņam ir neizsmelošas bagātības. У него безграничное богатство. Viņa dzīves nevar izpētīt. Его глубины невозможно исследовать. Ja kādā laika posmā tu jau atrodies ilgi, если ты в каком-то периоде возраста долго находишься, и тебе кажется, что ты уже все знаешь, я тебе советую обратиться к этому месту Писания, где Бог говорит, что глаз не видел, что ухо не слышало, что даже на сердце человеку не приходило. Это Бог дает тем, кто его любит. Tas ir neizpētamas bagātības. Это неисследимое богатство. Mūsu dzīves nepietiks. Нашей жизни не хватит. Lai mēs varētu pateikt. Чтобы мы могли сказать. Dievs visu to valstību. Бог все это царство. Esmu izpētījis. Бог, я все твое царство исследовал. Un tavā valstībā nav nekā tāda. И в твоем царстве ничего такого особенного. Ko es neesmu dzirdējis. Что я не слышал. Ko neesmu redzējis. Что я не видел. Vai ko mana sirds nav izpratusi. Или что у меня на сердце не приходило. Tas ir ceļš. Это путь. Kas vedīs mūs uz viņa pilnību. Который ведёт его ведёт нас в его полноту. Un izlasīsim vēl Kolosiešu vēstuli. И прочитаем ещё Колоссянам. Pirmo nodaļu. Первую главу. Первая глава с 13 стиха. Viņš mūs izrāvis no tumsības varas. Избавившего нас от власти тьмы. Un pacēlis savā mīļā dēla valstībā. И введшего в царство возлюбленного сына своего. Kurā mums dot pestīšana un grēku piedošana. В котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls. Потому что он есть образ Бога невидимого. Visas radības pirmdzimtais. Рождённый прежде всякой твари. Visas radības pirmdzimtais. Рождённый прежде всякой твари. Viņā radītas visas lietas debesīs. Ибо им создано всё, что на небесах. Virs zemes. И что на земле. Redzamās un neredzamās. Видимое и невидимое. Gan troņi, gan kundzības. Престол или господство. Gan valdības, gan varas. Начальство или власть или. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Всё им и для него создано. Bet viņš pats ir pirms visa. И он прежде всего. Viss pastāv viņā. И всё им стоит. Tas ir mūsu kungs. Таков наш Господь. Tas ir mūsu Kristus. Таков наш Христос. Uz pie kā tiecās mūsu sirdis. Которому стремятся наши сердца. Pie kā tiecās mūsu dzīves. Которому стремятся наши жизни. Kungs, lai tava pilnība. Бог, чтобы твоя полнота. Lai tava valstība. Чтобы твоё царство. Lai mūžība. Чтобы вечность отвертос мусос открывалась в нас. Святой Гарс. Святой Дух. Palīdz mums. Помоги нам. Исправ. Осознай. Отвер mums kaut daļiņu. Открывай нам хоть частичку. Но tās varenības. От этого могущества. Kas ir mūsu kunga. От этого величия, которое в нашем Господе. Jamajo. Sim nararomo joyo. Yararama jamono mosei Rimanamas shiolo roma Chiamahandala sei Kungs, ko acis nav redzējusi Господь, то, что глаз не видел Ko aus nav dzirdējusi Что ухо не слышало Un kas sirdī nav nācis И что на сердце не приходило Tu esi visas radības pirmdzimtais Ты перворожденный перед всяким Kungs, Jēzus, tu esi visas sākums Ты начало всего. Tu esi pirms viss ir bijis. Ты прежде всего сущего. Un mēs esam tevi. И мы в тебе. Kungs, atver mums. Бог, открывай нам. Šīs dzīves. Эти глубины. Lai mūsu dzīves mainās. Чтобы наши жизни менялись. Šīmamahandā. Kungs, ved mūs. Господь, веди нас. No ticības ticībā. От веры в веру. No spēka spēkā. От силы в силу.
Но слава, слава. От славы в славу. Kungs. Господь. И как ты аистерис? Если кто-то застрял. Когда атистības posmā. В каком-то развитии. Святais gars atver. Святой Дух открывай. Nākotnē. Будущее. Palīdz mums. Помоги нам. Iet cienīgi. Войти. Cienīgi iet cauri. Проходить достойно. Šīm skolām. Через эти школы. Šīm Jarahalas yulur de la jamba, trimo donoso. Jo augstāk mēs kāpjam, чем выше мы поднимаемся, jo vieglāk paliek elpot. Тем легче дышать становится. Augšā ir plūsmas, потому что наверху там потоки, kuras tevi nes, которые тебя несут. Šimamadža. Tu redzēsi, ka tava dzīve mainās. Ты увидишь, что твоя жизнь меняется. Tu redzēsi, ka Tas, pie kā tu agrāk liki lielas piepūles. Ты увидишь, что то, к чему ты больше всего усилий прилагал. Tas nāks pie tevīm viegli. Оно к тебе легко приходит. Simumama džamba. Ko acis nav redzējis. Того, что глаз не видел. Un aus nav dzirdējis. То, что ухо не слышало. Kas sirdī nav nācis. Что на сердце не приходило. Kungs, atver mums. Бог, открывай нам. Simumama džamba. Atver savu garu. Открывай свой дух. Atver savu sirdi. Открывай свое сердце. Un lūdzu viņu. И молись ему. Lai svētais gars. Молись, чтобы святой дух. Tev atver mūžīgo Kristu. Открывал тебе вечного Христа. Kam nav ne sākuma, ne gala. У которого нет начала, нет конца. Kas ir ārpus laika. Который вне времени. Kas ir visa pirms dzimtais. Который прежде всего. Kas ir radīts viņā. Что все им сотворено Caur viņu. Через него Un priekš viņa. И для него. Piecelsimies. Давайте встанем. Chia mama handa lur mama dande yero kunde le chim manario no yo chia reda la remo sonde chama chama chimala hero manda lero sia lara dea Erotin da laro si oloro mana seia. Erre si ala Roma jama. Cia si arra canaia. Cia la rossoa madea. Тебя от веры в веру, спек, спек. От силы в силу. Сима, я тебе рвай дзига полиции. Если тебе нужна помощь, я тебе рвай дзига айзлукша. Если тебе нужно заступничество, лай израутуас. Чтобы вырваться, но бернибас. Из детства. No pusauģvats. Iz podraskovovo. No jauniešuvats. Iz jūnošestva. Un pārietu jaunā līmenī. I perejti na novy uroveň. Es lūkšu ar tevi kopā. Ja budu s tobой vmeste molitsya. Nas priekšā. Vyhodi vperyod. Shimoromajay. Shiamahanda. Vayamatiolo rimasindele rakamoso. Tiarahanolo rimanalaya. Erre sin dolori magena la rasoa Cia la ramo sombo Sima la rombo jombo sei
Чао.